Вот мы о вере говорим, да? Чтобы это понимание пришло, в замечательном таком фильме, «Вердикт» называется, Пол Ньюман говорит такую фразу, что если веры не имеем, но будем поступать так, как будто бы имеем веру, то вера придет. Если я жил до этого, старался своими щенячьими силами, маленькими, скромными такими, но все-таки старался, как червячок, карабкался, вера придет. 15 лет я у Господа просил, чтобы это завязать там кое-какие вредные привычки. 15 лет. И опять. Год и опять. Только когда я сказал, Господи, я не хочу делать этого никогда. И буду изо всех своих щенячьих сил стараться этого не делать. Тогда Господь дал. Господь ревнив, Он хочет все наше сердце человека. Вера – это все сердце. Это всюду Бог. Это всегда Бог.